7 августа в актовом зале администрации Одинцовского городского округа пройдет обучение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Курс про ЖКХ включает 6 основных тем, касающихся законодательства в сфере ЖКХ, управления многоквартирными домами и проведения в них капремонта, тарифов, системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также деятельности советов МКД. Начало в 17 часов.